Камарджоба Положальный Сабры, меня зовут Гивик Белошвили. А Симеон, Симеон, тебе поют везде, я молодой Симеон, даю тону в воде. Камарджоба Положальный. Я говорю, хачапури готовлю, я... просто у меня рука в тесте и вот... И утонул в воде по самые ушики, а потерял штаны, рубаху, трусики. Хорошо. Сосредоточься сейчас. Камарджоба Положальный Сабры, меня зовут Гивик Белошвили, я уже 3 года живу в стране Беларусь, мне тут очень нравится, у вас есть очень интересная, красивая культура, особенно я выразил бы танцы, потому что это очень близко к моей профессии, и я очень хотел бы, чтобы мне научили танцевать белорусские танцы, и я очень буду рад увидеть настоящую белорусскую жизнь в танцах. Я, в принципе, занимался танцами с 3 лет, и целую жизнь я, в принципе, танцевал. Гиви – солист и хореограф грузинского балета «Лило». Теперь ансамбль працует над новой программой. Это будет джазовый перформанс. Я очень люблю вашу страну, и я надеюсь, что очень углублюсь в вашей культуре, потому что мне очень интересен белорусский фольклор. Коли мы это почули, то постановили выправиться с Гиви у фольклорное подорожье. Штогод аматоры и профессионалы белорусских народных танцев собираются разом на фесте традиционной культуры «Петровица». А кроме танцев, знойдем час и поспевать. Здравствуйте. Спочатку зазернем у гости до Семеновны, колишней зорки фесту Петровица. Я Достанка Екатерина Семеновна, живу в вёске Шипиловичи и занимаюсь песнями, спеваю на Петровицу, песни, частушки, танцы танцуем. О. А пошла я по водицу, да и забавилась, а горшок у печи раскипел и кипячий, а свекор на печи подорвался кричучий, а свекруха на полу, помогаючи ему. Вкусно. Нормально всего, и жиру, и соли, и все вкусно. Цибулькой пахнет. Цалиен кемриели. Это очень вкусно на грузинском. Может, научим одно слово. Очень вкусно. Цалиен. Дальен. Кемриели. Кемриели. Смачно. Смачно. Я тоже решил сделать вам маленький сюрприз и приготовить грузинскую национальную блюдо, хачапури называется у нас. Вот тоже как бы попробуем. Будет у нас белорусско-грузинский стол. В Беларуси живешь? Да, я живу в Беларуси уже А чего в Беларуси? А вот причина очень интересная. У меня жена белорусская. Белорусская? Да, девочка красивая. Красивая, понравилась. Вообще, в Беларуси очень красивые девочки. Красивые? Да. Ну, а маленькие уже есть? Есть, 6 месяцев. 6 месяцев? Да. Дочка, сын? Сын. Максим зовут. Максим. Он такой, не похож на меня, он белый. Белый? Я его довольно похож. А я черный. А у меня внук. Так я не знаю, на кого он похож. Скажите, не грузин, не грузин.
И он похож не на русского. Да. Это сыр. Это сыр сулугуни, да. Интересно. Попробуем, что у нас получилось. Да. Тафля. Ну, вкусно. Вкусно, да? Да. Вкусно. Постарался я. Интересно, такие гости. Дождала я в такие годы уже. Слава Богу. Танцуй, мать, не жалей лапцей. Вчера были на базаре, 7 пар заказали. Интересно, как он станцует. Ближе трошки. Ага. А может быть, побач просто вот тут. Добрый день, шановные. Меня зовут Сергей Выскварка. Я мастерский керовник узорного фольклорного ансамбля «Веробейки», что живе в городе Любани. Ну и заодно такие керовник танцевальной летней молодежной школы «Петровица», что каждый год уже ладится у нас, в Любанском районе. Можно, а кто вас научил? Бабушка. По наследству передается культура. Да, такое. Да. У нас тоже, в принципе, то же самое. Народный танец, он от народа. Как ходили, так и танцевали. Это какие-то песни, как спевали, как говорили, так и спевали. И вот эта вот манера, она вызначается станом поводин. Это треба быть таким стриманным. А еще есть один момент. Вы, ну, это официальная хореография, вы ворочиваете ноги. Да, вы ворочаете. Вот позиция ровные ножки, да, прямые. Звичайно, вот как человек народился, так это самое. Такая вот. Давайте еще ключевой какой-нибудь, самый такой сложный. Это могло быть, да? Ну, о, это уже все, пошли цыганы. Да, это не, да, вот видите. Нет, все простей, все значительно простей. Вот, например, если брать такую самую простую хлопушку, вот раз, два. Или вот движение, рухи, они не складаны в танце. Важнее вот это внутреннее отчувание и манера выконания. Когда в песне важно почуть, то в танце побачить, деталь побачить. Маленькую такую, зауважить ее, каб манера сбераглась. Теперь идет вот эта глобализация, все стирается, межи, мовы, все стирается, все вот просто нивелируется. А хочется, каб, ну, каб мы застались хоть у неким там маленькой кропель сами собой. И вправо-влево. Ох, як не просто доведеться нашему Гиви. Самая главная сложность белорусского танца для меня была в том, чтобы оказывается, чтобы надо быть более простеньким. В грузинском танце ты всегда стараешься быть натянутым таким, а здесь очень все легенько. И знаете, в этом простоте есть очень большая сложность на самом деле. Быть таким свободным очень сложно и таким простым. Мне и белорусский танец по характеру кажется, что оно очень веселое. На самом деле народ, который занимался этим, я думаю, что они веселый народ. По-другому никто не мог бы это придумать.
На одном из концертов фесту Петровица мы убачили женщину, бодай самую свободную и самую веселую. Такая может помочь Гивис познать секрет белорусов. Каб это справдить, мы напросились до ее в гости. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, детки. Как дела? Я так ждала того часу, чтобы я могла быть наедине с молодыми людьми. Не падаю духом никогда. Вот так, сучок, гостей Беларуси, да? Да, да. Здравствуйте, я Ева Ефимовна. Всю жизнь свою я спевала, танцевала, продолжаю танцевать и спевать вместе со всеми. В любых случаях. В роще пел соловушка, там вдали песенку о счастье и от любви. Песенка знакомая и мотив простой. Ой, ох, как ты мне нравишься. Ой-ой-ой-ой. Девчонки бегают за тобой. Что же тут поделаешь, если ты такой? Я бы тебя спрятала в рощу за рекой. Ой, ох, как ты мне нравишься. Ой-ой-ой-ой. Губы твои алые, брови дугой. Век бы целовала бы, мой дорогой. Только на свидание не ходи с другой. Ой, ох, как ты мне нравишься. Ой-ой-ой-ой. Ох, как ты мне нравишься. Ой-ой-ой-ой. Супер, хорошая песня. Бабушка Ева в разговоре часто говорила: внучок, внучок. Я себя почувствовал как дома, как у себя в Грузии. А теперь, дети, по-старинному наше домашнее блюдо. Вкусно. Да. Почему так много еды, а? Мы же столько... Мы должны поесть. Гиві добра падрыхтаваўся да паездкі ў Любанскі район. Старанна збіраў гасцінцы ў сяброў ажно за некалькі дзён да падарожжа. Але яшчэ да сустрэчы з Евай Яфімаўнай паспеў раздарыць усё, што меў. Чучкіла, а ну сарі там. Это домашні коньяк из Грузии. Вино розовое. Это аджика. Аджика. С моей стороны, я вот хотел бы тоже экспромт организовать, вас тоже пригласить на шашлык грузинский. Как вы думаете, вы против? Я не, это фактически, я не против. Калета будет. Вот сейчас прямо. А, теперь? Да, теперь. Здравствуйте. Не подскажете, где тут будет магазин? Где можно мясо купить? Где-то в город. В город, да? Да. В том стороне. Да. Вот это я сам. Ой. Давайте подержу. Не подержу, хорошо. Шок. Все, вот хватит. Все, супер. Это нельзя показывать. Честно. Наехали торговали. Наехали. Покупали, ста
стали дома, ты года, что за моего мужа дать. Ой, стала же я подумала, с конями треповодиться, с грошми трепоноситься. А манила чернобрывда работы, ни для него, ни для меня пригодится. Хотя ж мое сердце пошкодую я тебе. Хотя ж мое сердце пошкодую я тебе. Давайте попробуем. Вкусно, представить, да? Не можно. Да? Вот. Да, главное, что сразу там свеженькая. А я сейчас давай скажем за хороших людей везде. Да. За них. Слава Богу, что есть везде, всюду хорошие, добрые, настоящие люди. Вот и так. Дружные, любимые. Да. Все, давайте. Да. Бадай Гіві дав ради з білоруським танцем і з білорусами. А ці зможуть білоруси станчить по-грузинську. Начнем з першого движення для дівчинок. Смотрите. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Все, давайте я перейду к мальчикам, дівчинки, тренуємося. Смотрите. Раз, два, три, четыре. 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 Раз, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Раз, шесть, семь, восемь. Сейчас научимся ходить. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, лево. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Мальчики. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Девочки, другое движение. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Мальчики. Та-та-та. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Пошли, пошли, пошли. Вместе пошли. Соло, следующий. По очереди. Дуэт, окей. В конце выпьем за сладкие воспоминания, которые человек собирает целую жизнь и потом очень-очень сладко вспоминает. Да? У каждого человека есть такие сладкие воспоминания, и надеюсь, этот день тоже останется в таких сладких воспоминаниях. Этот день мне еще продолжить очень долго жизни. Очень-очень рад к этому. Да. We'll be right back.
снимать. Не понимаю этих вот... Летающих камер, да? Да. Вот. Ну что робится? Вот, смотрите, вот. Все мое селище. Да, смотрите, а вот так вы высоко не видели никогда селище?